От старообрядческой одежды Пермского края до уникальных образцов женской одежды Саратовской губернии. На фольклорный фестиваль, прошедший в краеведческом музее, съехались представители всех регионов Поволжья. С собой привезли богато украшенные костюмы, музыкальные инструменты, украшения, предметы быта. Поэтапное представление каждым участникам своего региона, мне кажется, это как раз проект, который позволяет увидеть, с одной стороны, увидеть разнообразие национальностей нашего Приволжского федерального округа, но и в то же время увидеть, что мы не столь различны. Национальные мотивы звучали и в фойе музея. Коллективы из Мордовии, Чувашии, Башкирии, Удмуртии представили свои лучшие номера. Ульяновскую область представили ансамбли «Жихарка», «Волга» и «Отрада». Токи, рожденные на Волге. Проект, партнерами которого стали 57 музеев Поволжья, был поддержан фондом президентских грантов. Главная цель – показать единство жителей страны через культуру разных народов. Выставка пойдет по Приволжскому федеральному округу, по субъектам Российской Федерации. Ну и думаю, что дойдет до Удмуртской республики. Поэтому вот такая встреча, она позволит нам чаще встречаться, больше общаться. Из Ульяновска экспонаты отправятся в другие регионы участники проекта. Проект завершится в октябре итоговым собранием Совета музеев ПФО, который пройдет в Нижнем Новгороде. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ.